свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Остров пиратов. У дедушки свина выходной, и он решил прокатить Пеппу и ее друзей на своем корабле. Все взошли на борт. Так точно, капитан Свин. Полный вперед. До встречи. Удачи. Удачи. Пеппа и ее друзья надели спасательный жилет. Джордж, можешь надеть мою шляпу. Итак, мы плывем на остров пиратов. И если повезет, мы найдем сокровище. На острове пиратов, наверное, очень весело. Земля! Приплыли! Остров пиратов! Что это? Это металлоискатель. С ним ищут сокровища. Дедушка Свин ищет сокровища металлоискателем. Ага! Металлоискатель что-то нашел. Будем копать. Тут монетка. Сокровище! Ура! Поищем еще. Ага! Тут есть что-то еще. Что-то большое. Вот так-так. Какое тяжелое сокровище. Ой-ой-ой, это не сокровище. Это старая ржавая тележка. Хватит с нас сокровищ. Кто хочет построить большой замок? Прекрасная мысль, бабушка. А я побуду на корабле. Бабушка-свинка поможет Пеппе и друзьям строить замок, а дедушка займется другими важными делами. Ой, как хорошо. Прикрою-ка я глаза ненадолго. Да. Бабушка с детьми строит большой замок. Им нужно очень много песка. Ведерками они делают башенки. Какой чудесный замок! Ура! Пора возвращаться. О, а где же корабль? Вон он, бабушка. О нет, дедушка Свин крепко спит, а корабль уплывает. Мы должны разбудить его. Ну-ка, крикните изо всех сил. Дедушка, проснись! Проснись! О нет, он так и не проснулся. Слишком далеко, он не слышит. Мы застряли на острове. Необитаемом. Мы будем здесь 100 лет. Мы будем есть дикие фрукты и ягоды. А еще жуков и земляных червей. Родители пришли за своими детьми. Где это я? Привет! Привет! Вам было весело? Да, но только я кое-что забыл. Я сейчас вернусь. Смотрите, дедушка, мы спасены. Ура! Все на борт, морячки. Вот негодник. Мы думали, ты нас бросил. Извини меня, бабушка. Больше такого не случится никогда. Пока, остров пиратов. До скорой встречи. Мне понравился остров. Мы еще туда поедем? Хе-хе, конечно, да, Пеппа. Ура!